Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Fielder 2015 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объем 1,5 литра, мощностью 109 лошадиных сил, АКПП передний привод, хорошая зимняя резина, имеется спойлер, пробег 146 тысяч километров, установлены ветровики, хромированные вставки, имеются повторители в зеркалах. Пройдемся по салону. Красивый темный ухоженный салон, ткань, не прокуренный, имеется полка в багажнике, антиюз, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, мультируль, контроль полосы движения, помощь в предотвращении столкновения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. Сто двадцать четыре, 111, 107, 117, 117, 109, 109, 106, 102, 107.